Здравствуйте, любимые покупатели. Сегодня у нас обзор Arsenio Super 7 HD. В линейке 7 серии Arsenio это самые широкие на сегодняшний день лыжи. Они немножечко отличаются от более узких лыж Soul 7, но они пошире в талии. Здесь у нас 188 ростовки, 119 мм. Радиус поворота здесь в районе 20 метров. Более такой длинный радиус поворота. И лыжа сделана по флексу мягче, чем Soul 7. Лыжа как бы более ориентирована на глубокий снег. То есть и радиус поворота длиннее, то есть это лучше для внетрассового катания. Лыжи меньше носочек закусывает. А конструктивно все то же самое. Сотовый носок, сотовая пятка, большой передний рокер, ярко выраженный тейпер. Это лыжи как бы заточены именно под легкое катание для тех, кто там, ну, хочет стремиться к максимальному комфорту, маневренности и не хочет там тратить много физических усилий, чтобы заправить лыжи в поворот, так же, как и Soul 7. Поэтому как бы лыжу рекомендуем всем любителям внетрассового катания. Подойдет как и начинающим, так и продвинутым, которые любят маневренное лесное катание. Если кто хочет постабильнее, надо брать обязательно максимальную ростовку. Вот у меня в руках как раз максимальная, по-моему, ростовка 188. К сожалению, компания Arsenio перестала выпускать самую мощную модель, которая Super 7 RD называлась. Ну, в развитии сквад, который там имел уже 120-ю талию, радиус поворота 30 метров, который для таких уже фрирайдеров, которые любят мочить и спрямлять, да? Вот эта модель Super 7 очень популярна, на ней очень легко кататься. Для тех, кто любит вот глубокий снег и лесное катание, маневренное катание, очень похоже по своему поведению на Weller 112 от DPS. Может быть, чуть-чуть проигрывая по ходовым характеристикам, но значительно уступая в цене. Рекомендуем, приходите в наш магазин.